Смотрите, друзья, интересная сценка. Вожак завалился у входа, а его верный адъютант подошел и хотел, наверное, прилечь рядом, пообниматься со своим другом. Но что-то передумал. Передумал и решил пойти проверить территорию. Посмотреть, чем там малыши занимаются в соседнем вольере. Все ли у них нормально? Наверное, думает, эх, меня бы в тот вольер. Я бы там навел порядок. А вон там дружные тигрята и львята играют. Попугаи себе там шумят. В общем, жизнь бьет ключом. Так, полежал. Скучно одному. А, это он увидел посетителей. Все. Решил, что с компанией веселее. Так, а вот наш маленький геостратег. Занял центральное положение в вольере. И все. Знаете, кто здесь центровой игрок? Адъютант у вожака, конечно, скучновато в зимнем вольере. Он по характеру такой энергичный, шустрый. Ему хочется действий, активности. А в зимнем вольере спокойная, вольготная жизнь. И, конечно, ему немножко скучновато. Это вот вожак с главным философом. Те ребята более такие спокойные. Им в зимнем вольере очень даже неплохо. Обратите внимание, друзья, малыши-то, ого-го, уже выросли. Уже самые настоящие малыши-крепыши. Солнышка много, витамина D хватает. И растут они очень быстро. Потому что вы знаете, где мало солнца. Там зачастую что люди, что животные страдают рахитом. А где солнца много, как вот у питомцев тайгана, то им эта напасть не грозит. Они, ребята, крепкие, сильные. Витаминов всех хватает. Кстати, в свежем мясе тоже очень много витаминов. И, в принципе, свежее мясо обеспечивает полностью организм хищника во всех необходимых веществах. И витаминах, и микроэлементах, жирах, белках, во всем.
Так что, друзья, вот так вот. Зимний день. А в парке и посетители. И солнце светит яркое, почти как летом. Знаете, огромное удовольствие гулять. На стоянке стоят машины. Вот так. Так что популярность тайгана действительно растет и растет. А растет популярность, растет и посещаемость. О, феромоны учуял. Так, ну что ж, друзья, я думаю, полюбовались мы львами из главного вольера. Друзья, в комментариях опять спрашивают, почему не показываю Алекса. Друзья, они в зоне карантина. Туда только для сотрудников, обслуживающих зону карантина. Так всем вход воспрещен, поэтому с удовольствием бы снял Алекса, но увы. А малышей день в играх проходит. Так, ну что ж, друзья, пойдем посмотрим, что у нас происходит в других вольерах. Кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Это поможет нам в продвижении канала. За это очень вам буду благодарен и признателен, друзья. Это мотивирует работать для вас, делать ролики еще лучше.